Всем привет! И мы ведем наш репортаж из птичьей кормушки. Сегодня мы узнаем, сколько всего семян съедают за сутки наши птички, которые кормятся на кормушке. И попробуем понять, сколько же именно нужно одной синице или воробью съесть за день, чтобы выжить в холодное время года. Для удобства подсчета взяли только один вид корма. Итак, у нас 1800 граммов семян, и мы разделили их на две части. С рассветом высыпали половину банки, а днем оставшуюся часть. Посмотрим, сколько семян останется, если останется. Эксперимент проводим в ноябре, когда начались заморозки и выпал первый снег. Птицы не ожидали такой щедрости и были слегка ошарашены, как нам показалось. Они влетали на гору семечек и даже терялись от удивления. Раньше мы подкармливали их понемногу. Было теплее, и они еще могли найти себе разных букашек. У нас сложился свой птичий коллектив. Порядка 20 воробьев и чуть больше 10 синиц. Большие синицы, две лазуревки и еще прилетает пара гаечек и поползень. Они живут рядом и постоянно кормятся. С раннего утра и в вечернее время птицы проявляют наибольшую активность. Понятно, что после долгой холодной ночи нужно подкрепиться и наесться впрок, чтобы не замерзнуть. День в самом разгаре. Кормушки полны птиц. Мы заметили, что сначала съедается корм из привычных нам кормушек в виде домиков. Птички прилетают, хватают семечку и улетают. Некоторые задерживаются в такой кормушке надолго, например, воробьи. Сидят и как курочки расклевывают семечку за семечкой. Чем меньше становится корма, тем чаще происходят стычки между птицами. Конкуренция! Дольше всего корм задерживается в сетчатой кормушке. Птицам приходится потрудиться, чтобы достать семечку. Ну и потом, здесь требуется соблюдать очередь. Синицам такая кормушка очень нравится. У них цепкие лапки и острый клюв. Воробьи сначала сторонились, не подлетали к ней. Потом тоже наловчились пользоваться. Облепят всю, синицам уже не подлететь. Для сойки подкладываем желуди и постоянно находили их выброшенными из кормушки. Сначала думали, что сойка так неаккуратно берет корм. Оказалось, что так хулиганит большие синицы. Вглядитесь, один желудь долой. Потом еще один. Птицы, торопышки, беспокойные посетители постоянно просыпают корм, потому с земли тоже надо собрать все, что в спешке было обронено. Под занавес эксперимента решили немного похулиганить, проверить зоркость синицы воробью. Подложили птицам мух, которых насобирали между оконными рамами. Мухи были тут же замечены синицами и съедены. Каков же итог эксперимента? За сутки склевали 1600 граммов семечек. 190 граммов семян осталось в сетчатой кормушке. У нас постоянно кормится около 30 птиц. Следовательно, одна синица или воробей съедают за сутки в зимнее время года около 55 граммов. То есть в два раза больше, чем они весят сами. Разве ничего больше не осталось? Требуем продолжения банкета! Мы будем продолжать следить за птицами. Не забудьте подписаться на канал. Всем пока!